Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни, и я продолжаю играть в игру Outlast 2. Поехали! И те творения сказали мне, сыну грехов твоего отца, подними ноги от земли, и я поговорю с тобой. И Святой Дух вошел в лоно моего разума и заронил там семя, и я стал как хор крика в движении колес. Нот 7.1-2. Ну что, продолжаем поиски Лин? Насколько помню, в последний раз мне дали понять, что она находится где-то в шахтах. Так что идем искать какие-то шахты. Надеюсь, эта дылда мне не встретится больше по дороге. Так, а куда мне идти-то? По-моему, я выпал отсюда, после погони. И я не вижу ни одной дороги. Может быть, сюда? Мне кажется, я правильно иду. И по традиции ужастиков, то место, куда мне нужно идти, подсвечивается ярким светом. Так, я сейчас быстро осмотрюсь. Может быть, можно заглянуть туда как-нибудь отсюда. Нет, нифига не видно. Ну ладно, похоже мне в этот дом. Интересно, кто здесь живет. Эй, соседи! Здесь есть кто-нибудь? Твою мать. Похоже, есть. В смысле? Ёлки. Это что, дети? Блин, серьезно, или это куклы? Нет, это дети. Офигеть. Капец, мне мимо нее, да? Надо как-то пробраться. Да ну ты шутишь, что ли? Она сейчас кинется на меня. Твою мать. Я не хочу на это смотреть. Серьезно? Тебе вообще пофигу, что тут какой-то мужик на карачках ползает с камерой? О-о-о. Как это стрёмно выглядит со стороны. Можно я прикрою за собой? Нет, я не могу прикрыть за собой. Блин, сколько здесь гробиков. Серьезно, что это вообще? Что? Твою мать, они сюда ломятся, походу. Так, это я прочитаю потом. Да потом прочитаю. Они догадались, что я здесь? Блин, я не понял, подождите. Так они в этот дом полезли или нет? А, я просто перебрался на другую сторону, я понял. Так, просто давайте тогда пройдем по кукурузе и мимо них. Ну их нафиг, я не хочу даже встречаться ни с кем. Никого не вижу, кстати. Ладно. Попробую правила лабиринта. Идти чисто по левой стороне. Когда-нибудь я выйду к выходу. Они меня ищут, походу. Пошли в жопу. Что? Что происходит? В смысле? Музыка из Half-Life. Здесь Гордон Фриман. Они где-то рядом, да? Нет? Нет. Мне показалось. Ладно, побежали. Ну его нафиг. Так, секунду. А куда мне? Да прыгай ты. Куда это я вышел? Это дорога к шахтам? Воу, какая громкая музыка. Закрываем за собой. О, щеколда. Отлично. Я как раз успею прочитать, что я подобрал. А вам я не покажу, я вам только расскажу. Здесь опять очередная проповедь Нота. Из его Библии личной, я так полагаю. Что это за место? Ну, я понимаю, что это... должен способ остановить колесо. Ух ты, блин. Кому-то работяге не повезло, я так понимаю, это намек на то, что если я полезу, со мной случится то же самое. Я могу залезть наверх? Ну, я не хочу. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь выход наружу. А зачем мне останавливать колесо? Я не понимаю. Ну, давайте остановим, я не знаю зачем, но давайте. Здесь есть какая-нибудь подсказка или нет? I can pass through, я if I stop the watermill. Если остановлю водяную мельницу. Но... окей.
почему музыка такая громкая стала? Так, колесо. Ага, отлично. Я так полагаю, оно останавливается где-то с той стороны. И мне надо как-то пролезть туда. Нет? Не знаю, пока непонятно. Так, а куда я могу вставить этот механизм? Может быть, снаружи? Блин, да ни хрена же не видно. Ёшки! А куда? Я же не спрячусь. Куда мне прятаться? Куда? Ой, бочка! Вижу, вижу, вижу! Прячусь. Вода! Блин! Это не вода. Что это? Да я же ни хрена не вижу. Где ты, падла? Мне нужна салфетка. Да ёлки, что с музыкой-то? Почему-то такая громкая. А это что? Я мог спрятаться в шкафу. Идеально, блин. Придурок, полез в какую-то кровавую лужу. Так, если этот приятель еще здесь, то... Да, он здесь. Я погнал. Я погнал отсюда. Друг, прости. Мне нужно наружу. А куда мне идти-то? Блин. Это долбаная лужа. Так, давайте осмотримся. Я так полагаю, он меня здесь не запалит, а я могу осмотреться. Ты ж не запалишь ведь меня? Так, зачем мне останавливать колесо? Может быть, чтобы залезть туда? Хрен его знает. Мне больше интересно, куда я могу использовать этот рычаг. Да, вон он ходит, падла. Только я здесь никуда не спрятаюсь. Не спрятаюсь, блин, русский. Так, будем палить. Аккуратно палить. Так, придурок и не думает выходить. А попробуй догони, а попробуй догони. Не догонишь, не догонишь. Оп. Палит, 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 палит. Блин, второй пришел. Капец. Да подвинься ты. Да подвиньтесь вы, придурки. Беги, блин. Да беги ты. Не хочет бежать, падла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Аккуратно. Закрываем за собой. Закрываем и бежим. Короче, я посмотреть хочу, куда я могу пробежать. Здесь не закрыть. А, может быть, мне просто наверх? Было бы очень просто, на самом деле. И было бы очень глупо, если бы я просто так потерял столько хп. И столько времени. Да. Гениальное просто. Нужно было просто пройти вперед. А еще меня угнетает эта долбанная музыка. Ну давайте остановим это говно. Коснитесь X несколько раз. Так. Что-то я не понимаю. Я что-то приоткрыл? Это должно сработать. То есть мне, по идее, надо... пройти по крыше, что ли? А ничего, что он сюда поднимается? Серьезно, он же сюда идет. Твою мать. Короче, меня спалили, походу. Пофигу, я просто заныкаюсь в шкаф. Где он тут? Я его где-то видел. Перебинтуюсь, а потом будем думать. Ладно, пойдем изучать аккуратно местность. Сейчас эта падла пройдет. Так, один вышел. Я не уверен, но возможно. Он... Блин, они оба здесь. Вот у меня вопрос, как мимо них пробежать? Они же по-любому будут тусить потом снаружи.
палец, 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 палец. Смотри. Палец. Спалил, папа. Спалил, гад. А второй? Так. В кусты. Сразу же. Блин, они светят в меня. Вот говноеды. Все, попробуйте догоните в кустах. А еще прикол, у меня закончились бинты. Класс. Ну, я хотя бы ушел от них. Теперь надо как-то подумать, зачем я вообще отключал это колесо и как мне пробраться наверх. Так, один зашел внутрь. Второй ходит где-то справа. А могу ли я просто забраться по этому колесу наверх? Нет. Все гениальное просто, наверное. Опять я туплю, как дурак последний. На самом деле все очень просто. Здесь тоже не залезть. И здесь не залезть. Ну да, я же говорю, все гениальное просто. Нужно было просто пробежать там, где труп. Вернее, проползти. Так, интересно. А, они ломятся туда. Я же здесь могу временно заныкаться? Блин, ни хрена не видно. Идет, идет. Я тогда пока сюда ныряю. Здесь вроде почище. Где он? Дыши, друг. Вот он. Он прям рядом. Все, ныряй. Он только что тыкал фонариком сквозь эту бочку. Ай-яй. Но он ушел или нет? Вон он бродит, падла. Вали отсюда. Ну блин, здорово, еще и второй пришел. Так, короче, второй пошел наверх. Я попробую аккуратно пройти. Точнее, протиснуться. Надеюсь, этот ушел. Падла. Да пошел ты в жопу! Не догонишь. Козел! Блин, я ж почти добрался. Блин, честно говоря, чем дальше, тем не только страшнее, но еще и сложнее, блин. Ну, слава богу, я прошел этот гребаный момент. Так, а куда дальше-то? Зачем я вообще это делал? Чтобы перебежать на другую сторону? Окей. Там что, корова? Офигеть. Они что, сзади? Блин! А что же вы не сказали-то, что вы за мной побежите? Чё, слабо? За мной. Ха-ха-ха. Лошары. Так, а мне куда? Ёлки, что там? Капец. Так, мне куда, направо или налево? Блин, чувствую, здесь тоже будут либо какие-то повитухи, либо еще кто-то. Опа, это место похоже на святилище Папы Нота. Опять какие-то проповеди, наконец-то бинты. Еще и батареечка, класс. А, блин, а куда? Куда мне идти-то? Здесь, видимо, придется от кого-нибудь побегать, если столько места. Так, это просто сарай? Это не ход в шахты? Аккуратно. Блин, что это вообще за место? Скотобойня какая-то. Я смогу пролезть, если придумаю, как удержать люк. Блин, здорово. Дверь на цепь разорвана. Возможно, есть что-то, чем можно воспользоваться. Сейчас по-любому какая-нибудь падла будет бегать и мешать мне. Вот стопудово. Где мне этот крюк найти? Так, ну пока никакой твари, слава богу, мне не встретилось. Видимо, это сейвовая зона, раз... Здесь такая маленькая щелочка. Скорее всего, крючок где-то с той стороны. Правильно же, я полагаю? Не может же быть все так легко и крюк находиться рядом со мной.
Капец, они что тут? Просто жгли животных. Повитуха. Господи, говорит, ты никогда не сдашься. Какая же ты стрёмная. Ух, а куда от нее здесь спрятаться? Блин, почему у нее шепот громкий? Что она вообще болтает? Непонятно. Интересно, она меня видит? Она ко мне идет. Ёлки. Она ко мне идет. Боже, пошла ты в жопу. Ну ты же меня не догонишь, я ж помню. Только где мне засейвиться, ёлки? Здесь некуда спрятаться, походу. Некуда спрятаться, я не вижу ни одного места. Можно я просто здесь засяду? Ух. Блин, это какой-то амбар. Наверняка здесь где-то рядом крюк. Так ведь? Я перед посланным господом. Ты ж баба, как ты можешь быть послан? Ты максимум послана? Блин, здесь нет прохода. Я ее не вижу. Я ее не вижу. Надеюсь, она меня тоже. Обходит, пугает, падла. Вот она. Я страшнее, пошла ты. Блин, поймала, падла. Нет. Собака. Ну, попытка номер два. Может быть, она может как-то обойти меня. А, можно сюда же заныкаться да переждать. Ну, давайте будем ждать здесь. Смотри-ка, она идет в те же кусты, где я сидел. По сути, я мог просто заныкаться куда-нибудь, и она бы меня не увидела. Интересно, она сейчас про меня что-то говорит. Ее прям вообще не видно. Эй, подруга, а ты куда пошла-то? Блин, вон она ходит. Нет, серьезно, а мне что, теперь шугаться ее всю игру? Мне надо как-то пробежать и за крюком. Блин, вот падла же, а. Короче, я побежал. Она меня все равно не догонит. Так, нет, она меня даже не заметила, блин, собака. Так, а где здесь крюк-то есть? Здесь крюка нет. Здесь прохода нет. Где она? Вон она. Так, обходи. Не успела? Отлично. Блин, а куда? Здесь нету места пробежать. Серьезно. А где крюк-то? Блин, я не вижу ни одного места, где можно было бы залезть и забрать крюк. Ну некуда. Некуда, блин. А, нифига себе, я куда-то протиснулся, прикиньте. Серьезно. Значит, все-таки можно было от нее просто пробежать. Так, окей. Я по ту сторону баррикад. Блин, мне нужны очень срочно бинты. А где здесь крюк-то найти? Ну вот крюк. Нет, на верёвках висят ребята. Ёлки, какой здесь срач. Наверное, он где-то здесь. Ох ты, блин. В самую скотобойню меня послали. И обойти нельзя, да? Ну что, люди висят? Ну да. Прикольно. О, господи, следовало бы помолиться за охлаждение. Капец. Тут уже кости разбросаны. Давай-ка быстро посмотрим, что я там записал. Так, бойня. Мясо подвешено для исцеления. Крюки загнаны в ахиллесовые сухожилия. Я не успел прочитать. И все? Блин, как-то ты скудновато записывать стал. Шанта. Должен быть способ попасть внутрь. Так, крючок где-то здесь неподалеку, я чувствую.
На самом видном месте. Как бы это глупо не было, но... По-любому он... Да, вон он висит. То есть ближе крючка ты не мог найти, придурок. Часы такие модные. А я на где-то рядом. Там что, надпись? Запись какая-то. Надо аккуратно пробраться. А это вообще-то письмо, нота какой-то Марти по поводу Вэлл, что нефиг его или ее слушать, вообще ее проповеди читать. Что она? Где? Где она? Я ее не увидел. Я ее четко услышал, но я ее не увидел. Они что, сюда сигать? Нет, серьезно, а где она? Я не хочу с ней лицом к лицу встретиться. Прям, ну... Ну, очень не хочу. Эй-эй. Где она? Так, ладно, я знаю, куда бежать, я побежал. Делаем просто пятки. Ой, вот она рядом. Она где-то там, с той стороны. Падла. Но я ее не вижу. Блин, вот будет весело, если я с ней лицом к лицу встречусь. Ладно, там есть маленькая щелочка, через которую я пробегу, поэтому я побежал. Я побежал. Я просто бегу. Просто бегу и никому не палюсь. Не палюсь, сказал. О, вот она. Вот она прям рёдом. Пошла в жопу. Лошара. Ништяк. Не так уж и сложно на этой локации с ней. Надеюсь. Сейчас доболтаюсь. Походу доболтаюсь. Куда? А где поднять-то? Как поднять, ёлки? Ай-хай-хай-хай. Да где? Вот она. Цепь, тяни, тяни. А, сейчас по спине зарядит. Я не успею, я не успею. Беги, беги, блин. Поймала, поймала, падла. Бей ее чем-нибудь. Есть, зарядил прям в рожу. Съела скотина. Нифига она носится. Ты... Видели, как она побежала? О, хорошо, говорит, черт, иду дальше. Конечно, иди, блин, быстрее. Это та шахта? Где? Они забрали Лин туда. Old Mine. Старая шахта. Только там что за место? Надо быстро посмотреть. Интересненько. Сюда вообще можно было по логике зайти? Или может быть это... Может быть это сюжетный поворот? Так, здесь письмо опять от Нота какой-то Марти. Честно, я не читал, о чем оно. А, понятно, здесь просто отворот. Ну, иногда такие письма интересно почитать, но никогда там какие-то проповеди глупые. Поэтому просто... Твою мать. Поэтому просто побежали к шахтам. Блин, а здесь-то дороги нет на самом деле. Зря я сюда топал. Наверное, придется все-таки туда. Ну а здесь у меня почему-то даже не получилось дверь открыть. А, может быть, я что-то не так делаю? А может быть, не через верх? Ну да, действительно. А, в смысле? А, стоп, стоп. Это было до того, как я нашел ее повешенную. Блин, все-таки, пожалуй, я чуть-чуть продолжу игру. Мне интересно. На эти глюки мне посмотреть всегда интересно. То есть это было до того, как она повесилась? Или ее повесили? Так, а что за той дверью? Ух ты, блин, там вообще темно. Тут кто-то есть? А, что за звуки? Что за звуки, блин? Блин, противные, неприятные звуки. Кто здесь? Эй, сопля! Ай, блин. Грёбаный слизняк. Выползай. В смысле? Что? Это так великодушно?
В смысле? Кто здесь? Что там написано, я не понимаю. А, игра висельников, в нее раньше играли Лин и Джесс. Вторая половина должна быть где-то рядом. Джессика оставила бы его повешенного, чтобы Лин нашла его. А что это вообще такое? Это стекло? Что это вообще за игра такая дебильная? Игра висельника, блин, вообще оригинальная. Это то, что нужно в темных коридорах мне. Блин, здесь вообще выколен глаз, ни хрена не видно. Наверное, он с другой стороны. Нифига он носится, капец. Так, слизня, надеюсь, тебя там нет. Блин, как я не люблю в такие темные коридоры идти. Не страшно мне ваше туф-туф-туф-туф-туф. Ладно, на самом деле, обосраться как стрёмно. Слишком тихо, блин. Я не могу, когда тут так тихо. И наверняка мне в эту сторону. Так, я только что отсюда. Сюда мне не зайти. Видимо, мне все-таки в эту сторону. Ага. Вот она, приоткрытая дверь. Что, что, что? Что? А, окей, вот. Вот же она вторая, правильно? Ну вот же надпись. А, блин, а где? Ну хорошо, где вторая половина? Я не вижу. Установить светофильтр. Окей, установил. И удерживайте, чтобы взаимодействовать. А, понятно. Блин, прикольно. В моем детстве такого не было. Я не вижу... Незабываемо. Не вижу те буквы, которые там были написаны. Вроде звучит прикольно, говорит. Unforgivable. Unforgivable. Уроки английского не проходят даром. Ну и зачем я это сделал? Что мне это дает? Ну, я как бы особо не понимаю, что происходит. Прикольно. Так, видимо, мне куда-то наружу. А куда? Может быть, сюда? Нет, здесь тупик. Может быть, не обратно? Ёлки, блин, как мне не нравится, когда камера глючит. Окей. Открыть. Ох ты, блин, как тут темно. Куда вы закрываетесь за мной? Эй. Джесс. Лин. Блейк. Кто-нибудь, поговорите со мной. О, там кто-то сзади? Или нет? Или да? О, что это было? А, что это было? Что за херня? Видели? Ай, блин, что это за тени? Открывай быстрее. Кто? Меня глючит уже. Ох ты, блин, смотри. Кто-то балуется. Мне не страшно. Мне не страшно. Мне стрёмно. Ай, блин. Да пошли вы в жопу. Как отсюда выбраться-то? Ох. Блин, никак. Никак. А, блин, твою мать, ты кто еще? Зашибись, блин. Вот это бандряк. Перед самым концом игры решил сохраниться и выйти. Пошли вы в жопу, я ненавижу эту игру. Ух, сейчас, Сек, надо отдышаться. Надо отдышаться и посмотреть, что вообще за место. Иисус, спаси меня, елки-палки. Время пол первого ночи. Что ты делаешь в школе пол первого ночи? Что это вообще за дядьки? Наверное, разработчики. Ладно, мне наверх, походу. Нет, мне не наверх. Мне же не наверх. Блин, все. Мне надо куда-то идти, короче, наверное. Вопрос. А куда мне идти-то, если не сюда? Сюда он подниматься не хочет.
Мне уже ничего не страшно. Я уже обосрался. Ладно, погнали вперед. Хуже уже не будет. А тут выхода нет, капец. А куда идти-то? Блин, эта игра очень путает. Непонятно, что делать и куда проходить. Ну, где-то в этой комнате, значит, выход. А, ну я, кажется, понял, да. Надо просто пододвинуть эту тумбу. Так-то он не заберется, блин. Болванчик. После такого монстра, мне кажется, ты пятками сверкать должен. А... Все, я залез. Вроде залез. Фух, надеюсь, я вернулся. Что за черт? А в натуре это... Было же уже. Надеюсь, эта тварь опять не вылезет. О, что это? Это тот слизняк, походу. Тихо. Тихо. Все. Ты нашел выход? Отлично. Блин, офигеть, вот это флэшбэк. Как ты такое расстояние, блин, большое проперся, офигеть. Ладно, ребята, на этом точно все. Не забудь поддержать меня лайком за страдание. И подписывайся, чтобы не пропустить следующую серию. Всем пока и до скорого.